Хей, Огай, с вами Шмки, мы продолжаем переходить игру по названию Borderlands 2. И это у нас DLC насчет охотников за головами. Вы спросите, какого черта я нахожусь вообще в убежище? Во-первых, я хотел открыть сундук, прописав специальные коды. Для того, чтобы у меня получились ключики, да? Shift-код они называются. Но! В главном меню у меня нету в дополнительно эти возможности. Классно. Поэтому мы идем к мужичку. Пермамутр. Ну, в принципе, можно прокачать автомат. Так, подожди, дробовик. Блин, или давайте выиграем хотя бы один этот. Не знаю, может... Давайте я рюкзак... Рюкзачок прокачаем, но мне нужен этот. Выиграть. Хоть раз. Ну, я купился, но... Ну, такое. Ладно, давайте еще хотя бы разок крутну после этого. И пойдем. Потому что у нас все-таки долцы. Ну тогда. Ай-яй-яй. Обидно, обидно. Ладно. Побежали. Не судьба, короче, нам, походу, получить. Ридику. А ну-ка, может здесь? Ладно, отправляемся. Нам нужно... Давайте... Соленые равнины, Haters Folly, ржавь. Ага. Ага. Магазин Маркуса это другое. Подожди, какой у нас осталось вообще охота за головами? Маркус. Вообще ли. Так, скала сверстака. Па-па-па. Тхэбаха давайте тогда. Нет, я хочу, короче. Haters Folly. Это вообще у нас, кажется, долце связано с этим. С мужиком нашим. Стоять. Пески. Тундра на... Так, холодильник. Тысяч порезов. Линчвуд. Эридийный котел. Так, сердце ущелье героя. Там железяки, южный шельф, священная лощина. Во! Во! Вот что нам нужно. Нам нужна священная лощина, ребятки. Добро пожаловать в святилище лощины, единственный город на Пандоре, в котором живет изгнанный и отшельный от дали нежить. Я городской стражник Тикебей Баха, заходи на огонек. А просто иди на голос слепого олха зомби. Музончик, да, такой. Так, давайте сразу посмотрю, что у нас. Сейчас продадим. А, внешность, точно. Мы же с вами тогда это... Не посмотрели, мы же получили новую. Или мы смотрели. Так, вот. Индюшка-убийца. Усатая индюшка-убийца. Так, магазин. Вот это все дело продаем. Да, жутковато место, если что, здесь есть пасхалочка, которую я вам, конечно же, покажу. Так, священная лощина. А,
А, точно. Здесь, короче, падают конфетки, ребят. Один из засранцев по имени Тыквиноголовый Боссов всем зашугал горожан. Они теперь даже на улицу не выходят. Может, разберешься с ним по... По-свойски. Разберемся. Как вы видите, здесь падают конфеты. Это у нас баф. Леденец, так, высокая пандора. Так, риска, зубы сломаются, но это не в счет. Так, ведь каждый кусочек здоровья несет. Короче, это у нас типа хила. А, беги же, стреляй, но я быстрее, чем ветер, а меня ты не нагонишь ни за что на свете. Это, если что, ускорение. Если что, конфеты, кажется, можно только одну. О, зомбяки. Критическое попадание. Да, у нас такие именно скелеты. У нас они именно скелеты. Блин, я не помню, здесь сокращение пути или что было. Так. Ой. Что собаки гавкают? Нужно будет потом окно закрыть. А ну-ка, что у меня еще есть? Так, ну это дробовик. Нежить с чем там? С автоматом была? Какая-то она неактивная. Минус щит. Достойная смерть, чел. Так, с него... А, граната выпала. Убить тыквенного босса. Так, вишневый суперзаряд. Попробуешь кусочек и сразишься, подрастешь. Если не обыкнешь костью врагов, ты перебьешь. Если что, это аналог пизде дохуя урона. Тыквенный босс должен быть на поляне за воротами. Ну вы слышите, да, по звуку? Так, раскопай какие-то могилы, чтобы... Порох, похоже, тут парнишка, тут... Только нормальные люди включены, можно вырвать только... Вау. Ай. Откуда? Да, их слабо видно. Огненные скелеты. Тыквы, если что, можно ломать и так, руками. Но могилы все нужно копать, все ломать, искать. Поэтому... Так, синенькая. Пикантная вкусняшка на колонной руке силы. А, короче, в рукопашку я буду херячить сильнее. Ну, сразу, да, было видно? Это хил. Довольно хороший, плюс защита. Так, там врата закрыты у нас. А, это у нас...
сильный урон. Так, а давай я навер... О, не-не-не-не, только не базуку. Блин, ну, оно просто много тратит. За использование. О, похоже, это заколдованный скелет. Давай ему хорошенько леща. Так, я череп подобрал. Тихо. Так, ворота открылись наверх, хорошо. Блин, я не помню, какие тут врата были. Связанные с воротами хорошими. Кажется, вот это оно и есть. Что мне нужно тыквы ломать? Спрятанные везде тыквы. Поэтому. Давайте... А, вот. Я не помню, сколько их нужно. Сколько их нужно. Сейчас я быстренько вернусь обратно. Посмотрю, не потерял, где я там тыкал. Тыквы могут быть спрятаны везде, где угодно, поэтому не надо удивляться, если она будет где-то там в лаве находиться, спрятана. Либо типа того. А вон, видите, допустим. Так, мы уже три нашли. Ту-ту-ту-ту. Ау. Вот, короче, кажется, чтобы нам в дом нужно попасть. А для этого нам нужны черепушки. Так, здесь все сломал. Ну, туда, чтобы попасть, там мне нужно какой-то ключ где-то найти, раздобыть. Ладно, полетели. Вот, как вы видите, нам нужно туда попасть. Там очень хороший сундук, но для этого нам нужно что? Где оно хотя бы? Воу! Тихо. Да что за херь? У них хикбоксы какие-то странные. Я хер попадаю. Да, кажется, мне нужно эти поджечь. Еще нужно три найти. Да, мы здесь подпалили, еще нужно три. Так, здесь у нас не валяется. Не хочу. Воу.
Готово. Леух. Так, тыквы. Нужно, я говорю, везде лазить и смотреть насчет этой фигни. Ведь может быть где угодно. Так, а что у нас по карте, подождите. Ну, карта у нас там такая более-менее большая. По идее должна быть. Тихо. Вот, вот здесь у нас, кажется, пасхалка, вот. Типа, видите, кто-то из телека вылазит. Жутко, да? Ну... Смотря на озеро кровавое, отодвинуто, смотря на телефон, можно понять, что это. Это у нас отсылочка к звонку, да, это когда телек у нас мигает, и у нас идет кровь. Ну, видите, здесь типа красное все заполнено. Телефон отсылает нас к звонку. И видеоролик ряд именно вот этот. Типа всплывающие окна жуткие. Так, мне сейчас нужно будет одну вещь быстро сделать. Раз. Еще закончил скелеты. Я также радовался с тех пор, когда... Когда убил кого-то. Ой, сейчас у меня отлетит. Тихо. Так, я получил хребет. Нам, короче, нужно скелет, походу, сложить, чтобы получить скелетный ключ. Или мы просто собираем части скелета, чтобы то же самое сделать. Ага. Посмотрите, оно летит. Бац, подпалило. Так, теперь здесь. Огненное дерево. Последний скелет. А чё их двое, слышь? Слышь, что-то нечестно. Вау. Почему их тут два? О, отлично! Ты у тебя есть заколдованные кости, береги их в кузницу, и пусть они сделают тебе ключи. И передай от меня привет. Так, теперь нам нужно туда дуть. Не знаю, отсылочка это к чему-то или нет. Вот у нас котел. Есть. Но нам нужно, короче, кинуть туда броню. Оружие, гранату. Есть ли у нас это? Ага, есть. Поехали. Выбросить. Так, теперь. Выбросить. И выбросить. Опа! Плюс сундук. И патрончики. Отлично. Так, тут я, кажется, не запрыгну, да, никуда? Да.
Так, тыкв нигде не наблюдается. Кажись, нету. Ладно, пойдем на обход. Ну, как видите, здесь намного карта меньше. По сравнению с теми. Ну, это у нас Франкенштейн. Так, здесь у нас что-то есть. Я буду каждый угол смотреть. То, что эти тыквы, говорю уже, могут быть где угодно. Деревья, где-то на горе спрятаны в дереве. Телеки, телеки. Невидимая стена. Обидно. Вау. Муравей, паук, рабочий. Может, тебе с этого? Нет. Ну, давай тогда соберем вас. А ты почему не... Я вас понял. Не-не, мне твоя жопа нужна. Изи. Так, зашкварка. Не помню, есть смысл их убивать. Паучок. Так, мне главное, чтобы патроны у меня бы оставались. Походу, одну тыкву я все-таки буду долго искать. Одна где-то завалялась. Вау! Тыквенок! Тыквенок. Хорошо. Пули у нас предостаточно, поэтому, я думаю, должно хватить. Не забывайте, главное, еще о турели. Так как оно у меня тоже есть. Так, форт. Чумная кузница. Ой. Без кузнецового молота ключ не сделать. Так, куда же он запрятался? Соли? Эй, Солю! У тебя клиент. А, вот он. Давай, возьми у него молот. Кузнец Соля. Ой, я понял. Так, отлично. Ну вот, поговорили, да? Я был уверен, что ты его уболтаешь. Ну ладно, все равно возьми у него молот. Молот кузнеца. Кровавый урожай. Молот кузнеца, вы просто одолжили его. У трупа кузнеца. О, отлично. Так, расположи эти кости и сделай из них ключ.
Еще раз. Вау. Так, ключ у тебя. Теперь найди логово тыквоголового босса и... Так, и пусть реки станут оранжевые. Ох, цвет его. Цвет его, цвет его. Так, там тыквы нигде не было. То есть что-то сразу на босс отвлекся. А у нас еще двух тыкв не хватает. А я хочу их найти все. Ладно, погнали. Отпереть ворота. У, здравствуй. Здравствуйте, здравствуйте. Так, подождите, ребят, вы мне мешаете. Я сейчас гранату заюзаю, блять, и вы сдохнете. Еще целые где-то две тыквы. Ладно, делаем таким образом. Я понял. Ай. Готово. А теперь я могу нормально рассмотреть. Так, ну так нигде оно не лежит на поверхности. Блин, а у него маска. Он все равно попал. Готово. Спрыгнуть равно смерть. В принципе, можно прыгать. Баба-яга. Призрак. О, подвал. Воу-воу-воу-воу. Это либо проклятие, либо паранормальное. Ну, типа, стелика вот эта... Херня. Я помню, еще такая пасхалка была в Симпсонах. Типа, в Симпсонах тоже, типа, кто там... я даже уже не помню, кто. Давай. Вау! Тыквенная башка. Вот, еще одна. Так, и одну я что-то не вижу. А вот последнюю я не вижу. Грозика. Так, так оно нигде не висит там. Вдруг оно где-то на крыше. Ну, походу нету. А я сделаю вот так вот. Оп. Ага. Ну-ка, могу? Не могу, ладно. Да, походу нам придется к тыквоголовому идти. Потому что больше я красных тыкв не вижу, нам еще нужно одну найти. Ай.
Так, ты меня не беси, приятель. Отлично. Давай, давай, давай. Отлично. Так, турели у нас есть. Блин, вот одну тыкву единственную нужно где-то найти, и все. И ты... Так, это я что выполнил? Походу, здесь что-то нужно сделать, чтобы огонь зажечь. Может, а босса нужно убить? Фиг его знает. Рели, их лучше просто руками забивать и все. Чем расстреливать. Лучше товаров ты нигде не найдешь. Уж об этом я позаботился. Так, здоровье, щит. Так, так, так. Патроны. Спасибо, что без сдачи. Патроны, патроны, все есть. А, так вот еще тыква есть, отлично. Не все потеряно. Погнали тогда туда, и я вернусь. Мы зайдем, заберем и пойдем на босса. Как раз ускорение подобрал. Так. Да, хотя у меня слабый урон с руки, но на шею нормально. Я не знаю, что это за отсылочка, к чему. Так, ну, снайперки слабые. Есть как есть. За что тут огонь зажегся? Вот этого не пойму. Ага, все, я понял. Тупой западня. Смотрите, я... Так их тогда тут больше? Их тут 4. Ладно, пистолет. Ай, минус броня. О, сейчас кое-кто отъедет. Сейчас кое-кто отъедет. Нормально. Действуй осторожно, лапочка. Отлично. Так, хорошо, смотрите, здесь у нас 4. Это ведро, это где я в котел кидал. А, походу босса убить. Вот это я не знаю, с чем связано. Что, постоянно воскрешаетесь? И вот это тоже непонятно. А, с телеком. Телеки мне нужно найти. Ладно, я побежал, потому что я вижу, они что бесконечно вылазят. Но мне нужно тогда еще где-то телек один найти.
Сейчас я его забью просто. Так, боссы и телики. Нужно где-то телики еще раз добыть, и только я не знаю где. И походу я что-то да и открою. Хм, тыквенный босс точно тут живет, но его здесь нет. Наверное, спит под землей. Если еще где слышно, если строить потом. Потом он наверняка вылезет, подошел, давай беги на вершину мельницы. На вершину мельницы, на вершину мельницы. Побежали на вершину мельницы. Ну, они типа агрессивные, но это все. Так, мне нужно телики искать. Телевизоры. Мне нужно найти. Так. Топ-пудов что-то здесь, да, будет? Ну да, кассеты. Кровавые кассеты. Вы знаете, что было бы страшно, если бы я повернулся и тут кто-то бы стоял? Вот это бы я, наверное... Вот это бы я, наверное, обосрался. А так... Такое. Не, ладно, все-таки дался более... Все-таки большое. Но это потому, что мы тут довольно много бегаем. Потому что мы много бегаем. Мельница не работает. Ах, ты жопа рогатая. Так, ладно. Кошмар с Каго. Это как эти. Ууу, что-то они. Ну, срабатываешь? Ай-яй-яй. Тихо. А, я понял. Все, я понял, понял, понял. Мне нужно дерьмо их не походу отцеплять. Я застрял, застрял, застрял. Давай, давай, давай. Тебе пулю, и тебе пулю. Все получат пулю. Все? Или еще они летят? Все. Ух, пронесло. Так, бомба есть. Угу. Здесь за. Ничего? Ничего. Уничтожьте гнезда. Безумные муравьи-пауки из Кагар-Слаго, легенда о существе, которые изгнали из Эрудиемора. Говорят, это был... Огромный незарослый, обычно рослый мужчина или женщина. И что их было от 1 до 4. Тут легенда расходится.
Я хочу найти... мне все равно туда придется идти. Не, все-таки у нас, как вы видите, расходятся проходики. Нам туда, к мельнице, тоже придется идти. Так, это запустили. Кров. Так, все? Телек будет здесь? Ладно, палкой затычим ее. Так, 41 минута уже. Бананы. Свалка. Я бы такой, чтобы мне желтую дали. Мельница работает. Насосы качает, так все готово. И к последнему бою с тыквенным боссом, если захочешь с ним сразиться, просто... Просто иди в его логово или жилище. Ветеран мельницы снабжает энергию гемоглобины насосов. В горях несколько вампиров, и они делают из крови коктейли. А я попробовал, нормально. Хорош. Блин, здесь самое классное, это выбить ускорение. Так, кстати, а тут точно ничего нету? А то спрятали бы, знаете, там игрушку Чаки, типа что-то наподобие. Чего? Тыква внутри тыквы. Прикольно. Вот там ничего вот нету. Вот типа показано, что там есть проход куда-то. А ну-ка. Нет, там прохода нету. Так, ладно, приготовиться. В последней битве. Приготовиться к последней битве. Так, осквернить сад. О! Пошло дело. О! Слабый. Изи! Вторая фаза! Дробовик. Нормально. Тихо. Подождите, я голову потерял. Изи. О, отлично, священная лощина снова в безопасности. Дружище, наград тебя дожидается. Короче, здесь повыбрасывало с этих больших тыкв. То, что там было внутри. Конечно, это все всегда мало, все дают. Очень мало. Ну, мы еще походу за наградой к этому ТК Бахе пойдем. ТК Бахе. Все? Да, награда вообще какая-то дешманская получилась.
Так, и по идее мы должны были зажечь все костры, которые находятся у нас здесь. Так, подожди, а... 15 еще слотов есть. Отличненько. Давайте сразу, наверное, и продам. Приветствую тебя в моем магазинчике. Улучшает время восстановления. Так. Так, 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 так. По дробовику у нас что? Бесит. О! Что происходит? Ох! Горящий здоровячок. Так, здесь нужно оружие помощнее, я думаю. Ой. Готово. Так, из него там фиолетовое выпало. О-хо-хо. Неужели что-то годное? Так. Не, ну смотрите, урон поменьше. А в данном случае страх вполне обоснован. Так, прицел наносит дополнительный стихийный урон. 5 патронов. Хорошая перезарядка. А ну-ка. Умный! Он умный! Он сразу по сёбам дал. Пипец. Он сразу по сёбам дал. Да уж. Не, ну типа, да, оно легендарное, но оно какое-то дерьмовое. Это получше будет, потому что тут взрывной урон плюс. Взрывной урон плюс. Карта. Идиот. Вот скажите, что это у него? Он за лаки, он просто лаки. Только раз выстрелил, там несколько только попаданий. Ну хотя бы мы это дался с вами полностью все выполнили. Охоту за головами. Может, у нас еще левел ап будет? Так, можешь считать, что это тыква разделена. Так, раздавлена. Ну, короче, облик дали. И ну да, много опыта. По идее, должен апнуться. Спасибо, что зашел незнакомиться. В последнее время я мало кого вижу. Никого на самом деле я уже не слепой. Однажды это шутка. Кого-то... А, сладости мозги. Так, плату за гордость я беру своими любимыми сладостями, сахарными мозгами. Правда, я последнее время мне вообще ничего не... Удали собранные снова в розыгрыш зомби милитов, сделаю одолжение, принеси мне больше этих вкусненьких мозгов. Окей, да... я убивать никого не буду, сразу быстро пробежим это дело. Давайте просто пробежим. Если что, я там навряд ли так смогу. Ну ладно, сейчас попробуем. Может получится, кто знает. Так, собрать ирис со вкусом мозгов.
Клянусь сладкими женскими детками, я пытался отучить себе жрать натуральные мозги. Эти конфеты, ой, как помогают, принести мне. Еще, ладно. Так, теперь на тыквенную полянку. Ну сколько, ну быстро я тут пробегусь за минут 3. Не-не, больше. За что я еще буду в обратную сторону бежать. Блять, ладно. Оп. О, бля, нахуй так сложно. За что так сложно? Так, хорошо. Хорошо. Тихо, не падать. Сахарные мозги, тот самый вкус, и при этом не нужно никаких бегать, убивать, смотреть на окровавленные руки и кричать. О боже, до чего я дошел? Или докатился? Да, я все-таки апнулся. Блин, жалко, что я не могу золотые ключи получить, чтобы открыть сундук, потому что там у вас большой очень шанс получить что-то очень хорошее. Ну, очень хорошее. Ну, увы. Как-то так. Окей. Бежим. А за последними конфетами. Может мне сразу с конечной начинать конфеты? Давайте я так поступлю. Так, сразу. Сразу на обход. Блин, вот шкафы чертова, они возродились. Еще рано. Еще было рано. Так, меня потеряли, хорошо. Ну, заново я их убивать не буду, поэтому просто бежим. Они все равно меня не догонят, максимум паутину популяют и все. И успокоятся. Так, потом здесь еще были и здоровяк был. Довольно все это доджится легко. Так, осторожно, чтобы меня там не припрекло. Припрекло, припрепри. Так, бежим, бежим. Кузница, кузница. Хотя, может быть, я где-то там мог бы запрыгнуть. Что-то так рух не делать. Кто его знает. Кто его знает. Ух, пронесло. Охранять город ужасно скучно, но наследство здоровья помогает. Охрана города ужасно... А, понял. Джи-джи. Джи-джи-джи. Ага. Можно мне как-то... Фух. Ого! Тут почти все сахарные мозги. А, моя пушка разберется сама. Зацепил тварь. Эй, у этих сладостей хватает, чтобы несколько месяцев кайфовать от сладких... Так, хорошо. Пипец, их там много. Да, я хилюсь быстрее с помощью щита. Они что, за мной бегут? Серьезно? О, все, отстали.
Ура! Сладости. Так, собирайте рис со вкусом носков для Тикей Бахи. Опасная работенка, собирай здесь сладости. Конец задания Тикей Бахи. Тысяча благодарностей. И сейчас сплю. И в огромный так, кому и противорюсь, что это мозг человека, который я люблю. Ой, да ладно. Я их всех люблю. Они все такие вкусненькие. Вкусненькие. Все, ребята, в принципе, DLC-шка у нас закончилась. Давайте я по-быстренькому апнусь, что у нас есть. Так, а во что мы хотели качаться? А, я хотел честь прокачивать и идти в турель. Не дали, жалко. Ну, а давайте тогда на этом, я думаю, закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.